аут ВДшки. Понеслась. Сегодня я сделаю очень простой девайс. Для его изготовления потребуется сосок без камерки, пистолет для монтажной пены, в моем случае это старый стрёмный пистолет, и старый баллончик от промывки. Можно взять от пены, но его надо будет помыть. Делается он буквально за пару минут, и потенциал у этого девайса просто огромный. Его можно, например, подключить к топливной рейке для промывки форсунок, также использовать как масленку, как огнемет. У меня друзья занимаются творчеством. Вот, они просили меня давно сделать огнемет. Кстати, подписывайтесь на их Instagram. Ссылка будет ниже в описании. Если там хотя бы 10 человек передаст привет от меня, они будут несказанно рады и обещали почистить мне снег возле дома. Так что выручайте, ребят. Во-первых, это очень страшно. Зайчик! Ну, соска без камерки. Диаметр 15 миллиметров. Надо взять маленько поменьше, но не сильно, мало, чтобы его туда внедрить было удобно. Некоторые делают такой конус металлический и запихивают через конус эту штуку. Я такую штуку тоже хочу сделать, но не сегодня. Сегодня мы пойдем старым путем и будем его отверткой туда внедрять. Думаю, на 12 будет в самый раз. О, на 12. Сначала поменьше возьмем. Вот это вот. Немножко не круглые. Так, еще надо вот что сделать. Надо вот эту маленько обтащить, чтобы диаметр был поменьше. Блять! Сильно обточь, она тогда может вылететь. Вот, зачатие прошло успешно, на 12 диаметр вполне хороший. Компрессор у меня накачал 4 очка. Она спускает по клапанам. Потому что этот не держал. Сейчас в нем 4 атмосферы накачано. Давайте попробуем его использовать как обычный пистолет. Сейчас ракета вылетает. Ну, вот таким образом можно накачать велосипедным насосом и продуть, допустим, дома ноутбук. Давайте сделаем масленку из этой конструкции.
конечно, заправлять очень удобно большим шприцом. Вот это 60-кубовый шприц. Обработчик сейчас залил. Хорошим какую-нибудь трубочку, потому что масло стремится наружу выскочить, потому что накачиваем шприцом, и там получается излишнее давление. Напилёк. И можно регулировать, собственно. Вот получаем такую масленку. Где-то что-то смазать. Сейчас я разжижу масло. Обезжиривателем. Получим аналог ВДшки. ВДшку лучше делать из white spirit и масла. По-моему, 1:4. На канале StroyHack я смотрел, он испытывал самодельную ВДшку заводской. В принципе, разница не сильно большая. Надо однозначно какую-то трубочку делать, чтобы заправлять. Ну вот такой аналог ВДшки получили. Ну и, конечно, самый, наверное, логичный способ использовать данный девайс – это промывка пистолетов для монтажной пены. Говорят, димексидом хорошо пена отмывается, если честно, я не пробовал. Но вот ацетоном здорово пистолеты отмывается. Девайс превратить в огнемет, надо еще вот такую вот штуку к нему сделать. Наверное, надену-ка я гермошлем, а на гермошлем надену GoPro. А то что-то давно их в травмпункте не было. Выглядит это все, конечно, совсем не игрушечно. Учитывая, что здесь горючая жидкость с парами под давлением, эта хрень может взорваться. Так что всегда, обязательно, при таких вещах нужно использовать, например, хороший качественный розжиг. Нельзя использовать бензин ни в коем случае. Я обезжириватель использую, потому что я ленивая жопа, и мне лень идти 500 метров до моего домика, где у меня есть white spirit. У меня проблема, у меня нету спичек, я не курю. Все, я в гермаке с огнеметом. Надо выйти из гаража. Никого нету. Понеслась. И тут, ребята, я обнаружил косяк уже при монтаже. Струя вылетает из пистолета и ударяется в тряпочку. И
но за этого такое небольшое плане. Работает! Такая сегодня многофункциональная штука. Ее функционал ограничивается только вашей фантазией. Так, навскидку, что можно, как ее использовать? Самое банальное — это промывка пистолетов для монтажной пены. Самое небанальное — это огнемет. Также продувочный пистолет, чтобы, допустим, ноутбук продуть. ВДшница, мобильница, масленка и много чего еще другого. А главное, крайне просто и в лучших традициях канала — из говна и палок. На моем канале стабильно больше 30 тысяч просмотров за месяц, но подписывается очень мало людей. Так что, ребята, пожалуйста, не жмотьтесь, подпишитесь на канал. Выпуск сегодня юбилейный, можно сказать. 2000 подписчиков почти на канале. После десяточки я начну прям серьезно заниматься каналом. Будет много видосов таких со всякими самоделками, гаражными лайфхаками, по катухами, ремонтами и так далее.